Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор желтой баночки. Косметическая тара изготавливается в Польше на частном заводе, который с 1979 года поставляет на все страны Европы качественную тару. По среднестатическим данным, мыловары Украины потребляют более 2 миллионов завезенных баночек для косметики. Баночки бывают белого, желтого, коричневого цвета и прозрачные. Применение различных баночек в мыловарении таково. Баночка косметическая, прозрачная, также используется под фасовку натуральных бальзамов и блесков для губ. Прозрачная баночка применяема для кремов, бальзамов, а также для красок и гелевых красителей. Неоднократно для продажи глиттеров и перламутра можно использовать эту тару. Баночка желтая подойдет для спа-процедур и кремов для тела и скрабов. Косметическая баночка белая специально создана для активных комплексов мужских и женских умываний. Для зарегистрированных покупателей на сайте Мылоуп действуют накопительные скидки, которые позволят вам финансово сэкономить средства и купить больше товаров. Мы с радостью бесплатно доставляем ваши заказы и высшей транспортной компании «Новая почта». Купить косметическую баночку можно в магазине мыловарения или заказать по телефону. На нашем сайте есть оптовый раздел для крупных покупок тары косметической. Вот такая баночка. Так она выглядит. Такой крышечкой. Удобно. Закрывается. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!